В Петербурге прозвенел последний звонок для особых выпускников. Ими стали взрослые подопечные психоневрологического интерната номер 10 Невского района. Здесь проживают инвалиды с интеллектуальными нарушениями старше 18 лет. В детском доме они не успели закончить 9 или 11 классов. В интернате после совершеннолетия такой возможности уже не было. Все изменилось, когда специалисты сферы образования и сферы социальной защиты разработали совместный проект. Действительно, впервые в Санкт-Петербурге реализовано полностью эта программа. Это совместный проект, который позволяет показать пример другим регионам, что с детьми с особенностями развития по разным направлениям не просто можно, а нужно работать, потому что этот документ, это победа для выпускника. Школьная программа подопечных психоневрологического интерната отличается. В процессе обучения они приобретают больше практических навыков. А с официальным документом об образовании многие из них могут продолжить обучение, получить профессию и работу. Цель, по сути, нашего реабилитационного процесса не только получить знания, но еще получить навыки профессиональной трудовой деятельности, которые позволят им в дальнейшем более легко и свободно интегрироваться в общество, а дальше жить самостоятельно, о чем заботится общество, и многие из них мечтают. Школу сегодня заканчивают 16 девятиклассников и один 11-классник. Уже в ближайший год петербургские чиновники планируют поделиться программой с регионами, что поможет совершеннолетним инвалидам с интеллектуальными нарушениями со всей страны получить образование.